тоже имеют отношение к главному предмету драйва, а именно к рок- и джазовой музыке, то, в частности, исполняют песни Битлз, то, естественно, напрашивается параллель. И Битлз-квартет, и Чаривна-квартет. Вот я обращаюсь к Тане, чтобы она нас просветила относительно того, кто есть кто в этой группе. Я с удовольствием представлю всех участниц нашего квартета. Первая сопрано, и она же скрипка, Оксана Юшкова. Я думаю, что это будет у нас... Джон Леннон, да. Леночка Аленькина, ударные инструменты, Ринго Стар. Наш бас и бандуристка Светлана Коваленко. Я думаю, и Джордж будет... Харрисон. И Джордж Харрисон. Кто у нас? Ну, Джордж Харрисон, наверное, буду я. Да. А Светочка у нас будет Поль Маккартни. Прекрасно. Итак, наш харьковский вариант Битлз, который исполняет песни, в общем-то, на уровне этого квартета. Кстати, об этом ансамбле гораздо лучше знают за рубежом, чем в межах нашей державы. Они были... Где вы были? Нам предоставилась такая возможность побывать в ФРГ. Ну, мы были там всего 3 дня. Как говорится, съездили на обед. Ну, надеюсь, вы потрясли ФРГ? Ну, в общем-то, у нас сейчас намечается снова поездка. Это будет в мае месяце. Там будет большой гала-концерт, поездка с 5 по 10 мая. Нас уже очень долго выбирали, и наконец решили, что мы достойны. Вот. Еще мы были в Соединенных Штатах Америки, это была поездка более интересная, это было 2 недели. И мы так думаем, что в октябре месяце мы снова посетим. Ну, конечно, драйв желает вам успеха за рубежом. А как насчет записи? Пластинки, кассеты, что-нибудь есть в этом роде? Да, мы уже, в общем-то, можно сказать, провели большую работу по созданию фонограмм своих, в чем нам очень способствует фирма «Доминанта», и мы ей за это очень благодарны. Я хочу воспользоваться такой возможностью и пригласить всех желающих на наш концерт, на наш сольный концерт, который устраивает эта фирма, который состоится в феврале месяце, 6-7 февраля. И где это будет происходить? Это будет происходить в киноконцертном зале «Украина». Ну, прекрасно. Я присоединяюсь, конечно, к приглашению наших зрителей. Посетите этот концерт, вы услышите ангельские голоса Чаривны, посмотрите на этих великолепных девушек в непринужденной концертной атмосфере. Итак, всего вам доброго. Если